В мире очень много самых разнообразных птиц. У всех у них есть два крыла и клюв, а тело покрыто перьями. Почти все птицы могут летать. Но также есть и птицы, которые летать не умеют, но зато умеют быстро бегать, как, например, страус. Страусы – самые большие птицы в мире. Они даже выше человека. Некоторые птицы умеют плавать, как, например, утки, гуси или лебеди. Они называются водоплавающими. У этих птиц прекрасно приспособленные для плавания перепончатые лапы и водонепроницаемые перья. В основном птицы питаются семенами растений, семечками, зернами, орешками и насекомыми. Поедая вредных насекомых, птицы защищают таким образом от них деревья. Птенцы птиц появляются на свет из яиц, которые мама-птица откладывает в гнездо. Потом оба родителя или кто-то один высиживают яйца, согревая их своим теплом. Птиц на свете очень много. В каждой местности живут разные птицы. В наших местах живут дятлы, вороны, воробьи, сороки, голуби. В джунглях Северной и Южной Америки обитают туканы. Их можно легко узнать по огромному желтому клюву, размер которого достигает почти половины длины тела туканов. Туканы питаются в основном сочными плодами, например, бананами и ягодами, а также насекомыми, лягушками и ящерицами. Любят туканы также полакомиться яйцами и птенцами других птиц. Также в лесах Северной и Южной Америки можно встретить самых маленьких птичек – колибри с длинным острым клювом. Они питаются цветочным нектаром, который достают своим длинным клювом. Колибри могут очень часто взмахивать крыльями, благодаря чему они как бы зависают в воздухе. В Африке, Южной Америке и Азии можно встретить фламинго – красивых розовых птиц с большими крыльями, изящными шеями и длинными тонкими ногами. Фламинго живут крупными колониями по берегам мелких водоемов или лагун. С помощью клюва особой формы они, как через сито, процеживают креветок и других мельчайших животных из воды. Именно креветки и придают оперению птиц розовый цвет. В Африке, Азии, Южной и Северной Америке, Австралии, на побережьях морей, а также неглубоких озер и устьев рек живут пеликаны. На клюве пеликанов есть кожистая сумка, размер которой в 3 раза больше, чем размер их желудка. С помощью этой сумки пеликаны вылавливают из воды рыбу. В Индии и Шри-Ланке в лесистых местностях и зарослях кустарников обитают одни из самых красивых птиц в мире – павлины. Самцы павлинов имеют очень красивый огромный хвост, который они распускают как веер, чтобы привлечь самок. У самок павлина более короткие хвосты и не такое красивое оперение, как у самцов. Голову птиц украшает красивый хохолок из перьев. Питаются павлины лягушками, улитками, насекомыми и растениями. В
прибрежных водах Арктики, Новой Зеландии, Австралии и по всему побережью Южной Америки обитают пингвины. Пингвины не умеют летать, как другие птицы, но зато очень хорошо плавают, загребая своими маленькими крыльями, которые служат им плавниками. От холода пингвинов защищают водонепроницаемые перья и толстый слой жира. Питаются пингвины рыбой и мелкими рачками.